В Екатерининском зале Дома офицеров флота прошло торжественное мероприятие «Юнги флота. Вперед!», посвященное старту федерального этапа всероссийского проекта «Паруса памяти. Юнг флота». Первые яхтенные походы состоялись во Владивостоке, сейчас проходят в нашем городе, а завершатся уже в Санкт-Петербурге. Юнармия объявила конкурс в этом году. Через мобильное приложение новое, которое мы создали, ребята проходили конкурсный отбор, получали возможность прибыть на место проведения мероприятий. У нас порядка 10 регионов участвуют в этой программе в этом году. Дальше небольшие подготовительные курсы для того, чтобы как-то всех ребят немножко уравнять в знаниях. И с этими знаниями они отправляются в свой яхтенный поход. Полностью ведут все дела на судне от подъема паруса до приготовления пищи. Также в рамках мероприятия было подписано межведомственное партнерское соглашение, которое позволит создать в Севастополе профильный юнармейский морской ресурсный центр.